Universal Peugeot 508 представили официально. Автомобиль Peugeot 508 SW получил элегантный экстерьер, который отличается плавностью линий. Французы представили обновленный Universal Peugeot 508 SW, который отличается эффектным дизайном с обтекаемостью линий. Новинка дебютирует живьем в рамках парижского мотор-шоу. Об этом пишет Top Gear. Дизайн универсала выделяется безрамочными стеклами и динамичным профилем. Объем багажника составляет 530 литров, при этом в случае со сложенными задними сиденьями объем увеличивается до 1780 литров. Peugeot 508 SW много заимствовал от представленного ранее лифтбека, обилие хрома, светодиодная оптика, салон i-кокпит с компактным рулевым колесом, 10-дюймовый тачскрин и вынесенная наверх 12,3-дюймовая цифровая приборка. Также автомобиль оснащен системой ночного ведения, эффективно работающей на 200-250 метров. Гамма моторов включает бензиновый 1,6-литровый турбомотор на 180 и 225 лошадиных сил и 4 дизельных агрегата Bluedy 1.5 и 1.2, выдающих 130, 160 и 180 лошадиных сил. Ранее сообщалось, что обновленный кроссовер BMW X5 показали на официальном видео. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.